Мою историю нельзя назвать ни легкой, ни логичной. Скорее запутанной, бессмысленной, даже безумной. Как жизнь человека, который перестал врать самому себе. После принятия закона в июне 2012 года против пропаганды гомосексуализма сафари-пати увеличились. Произойдет, да. Хорошо. Да не волнуйся, Катя, не волнуйся. Природа навязала всем нам эксперимент, объект и цель которого – человек. Ты, пожалуйста, не рискуй понапрасну. А? Ты не беспокойся. Мы пытаемся объяснить чужие поступки и понять друг друга. Антон, ты с пьяницами пойдешь драться? Человека жизнь сбивают, блин! Но никто не может до конца понять самого себя. И это путь познания. Длинный, как сама жизнь. Не кажется, так, что ты не понимаешь! Антон! Убил человека. Ты убил человека, да?